машина приехала. Джакузи есть. Красиво. Мы приехали праздновать день рождения на Мызу Саку. Она входит в число лучших образцов эстонской архитектуры. Считается, что здание спроектировал один из самых известных архитекторов того времени Карло Росси. Мыза Саку со своим богатым декором и потолочными картинами XIX века является одной из красивейших мыс Эстонии. В Мызе Саку находится два зала для праздников, два салона, залы для семинаров, 11 номеров. Мызе Саку впервые упоминается в 1622 году. Свой нынешний вид здания сохраняет с 1820 года. Мы сейчас гуляем по территории. Территория очень большая. Вот этот вот парк красивейший. И он как раз доходит до берега Финского залива. Да где спа? Плавать приезжают сюда. На массаж. Да, на массаж. Вот эта вот тропинка ведет к берегу Финского залива. Вот она прямиком туда доходит. И Финский залив, воды Финского залива соединяются с небом, с голубым. У нас было время прогуляться, посмотреть здесь в парке красоты. А здесь есть что посмотреть, действительно есть. Мало того, что очень красивый парк, так еще можно дойти до Финского залива, до берега. Здесь он совсем-совсем рядом. Вот буквально, как говорят, руку протянуть. Очень много мест отдыха в этом парке. Вообще этот парк чудесный в любое время года. И зимой, и летом, и осенью, и весной очень-очень красиво. У нас есть время еще, поэтому я показываю вам окрестности. Вот это Финский залив. Нам в ресторане надо быть в 4 часа, где будем праздновать день рождения внучки. А сейчас вот мы гуляем по парку. Очень красиво. Собственно, мы и пришли. Это холл, красивый, уютный, который встречает гостей. Посмотрите, здесь сколько картин, много. Вообще, все здание отличается тем, что там очень-очень много картин всевозможных. Решила вас поприветствовать. Всем привет! Это вот снять, да? Нет, это ставь.
Иначе мы сейчас роду. Нас 8 человек, должно было быть 10, но старшая внучка приехать из Сталина не смогла. Расстроена, развернула цветы, и две розы сломались. Ну вот, доченька моя нашла выход. Вот сюда их прикрепила, и все как будто бы так оно и было. Очень красиво получилось. Дизайнер она у меня, умница. У нас приняли заказ, и мы решили погулять по зданию внутри, показать вам заодно, поснимать. Все столы заняты. Так вот выглядит зал. Сейчас еще народу здесь немного, но к вечеру народ подтянется. Здесь разрешено гулять, смотреть, разглядывать. С детишками приходят даже в ресторан. Очень уютно, приятно. Ну вот. Зимой день рождения мой праздновали, а сейчас внучки. Мы здесь уже гуляли, я даже снимала, но еще раз решили походить, очень красиво. Время есть, почему бы не погулять и не посмотреть еще раз. Конференц-зал. То я прошла и не включила свет, но потом догадались включить. Вид из окна, кстати, здесь часто проходят конференции. Вот такой вот красивый герб. Деятели культуры в 18 году. Вот такую вот красивую вещь подарена этой музее. Супер. Покажу вам дамскую комнату. Как вам это? Как вам здесь нравится, в этой дамской комнате? Посмотрите, какая красота. Конечно, красивые светильники, люстры и очень-очень много картин. Мебель старинная, красивая. Восторг, полный восторг. По крайней мере, у меня. Мне такое очень нравится. Старинные часы. Смотрите, какая красота. А здесь настоящее сокровище. Куклы в настоящих старинных одеждах. И самые-самые настоящие старинные куклы. Видимо, кто-то их собирает здесь, может быть, хозяйка. Хозяйка этой мызы. Ну вот, такие красотки. Маленький рояль. Откуда он появился? Спрятан не в кустах, но спрятан. Кстати, на полу везде очень красивые ковры. Поднимаемся на третий этаж.
Там гостиничные номера. Каждая комната и каждый номер в этом здании имеют свое название, чтобы было понятно. Ну, может быть, так вот общение удобно очень для хозяев или для людей, которые обслуживают эти помещения. Это вот репродукции такие вот висят графические. Ну, вот здесь я показываю название каждого номера гостиницы. По-моему, там 9 их, что ли. Да, в гостинице вас поселят, чтобы знать, где вы будете жить. Снимать, конечно, за столом, за соседним неудобно, но я так чуть-чуть, как будто мужа снимаю, незаметно. Принесли для мужа кофе, он там сливки взбитые кушает. Хочу немножко показать, что мы заказывали. Пришлось убрать звук, потому что маленький ребенок там очень кричал, народу было много. Ну вот это цыпленок кукурузный, такой вот, ну обыкновенная грудка, но название такое красивое. А это телятина. Ну чуть-чуть вам показываю, совсем немножечко. Булочки свежайшие. Специальное такое масло со всякими приправками. Сок томатный я заказала себе на листике салата. Огурчик тоненько на терочке потер. То Владимир Андреевич уже приступил к трапезе. Поздравляли водичкой в связи с тем, что никто выпивать не хотел. Свежайшие булочки вот такие. Замысловатые названия, конечно. Ну, очень вкусно все. Это, и все это раскладывают. Я думаю, а здесь это как раз, по-моему, кухня. Она же меня рекламирует. Ну, а что? Хорошо. Вкусно все. Советуете ли вы посетить это заведение кому-нибудь? А как же, конечно. Живая реклама. Всем советую. Десерт. Орешки фисташковые, мороженое. Это крем-брюле. Это крем-брюле, наверное. Десерты были очень вкусные. Единственное, конечно, очень-очень сладко. Яблочко, посмотрите, какое красивое. Вечер закончился, идем к машинам. Такой дождь идет. Но мы уже не спешим, потому что это уже не важно. Пусть идет, на улице тепло. А имениннице еще за рулем в Таллин ехать. Я вот так вот укрылась, смотрю, дочка старшая бежит с зонтиком ко мне. Дождь идет, сильный такой. Дочка с зонтом потом шла со мной, сказала, не буду с тобой фотографироваться, потому что ты выставишь куда-нибудь. Короче говоря, все гости не очень-то и хотели сниматься. Но я так чуть-чуть, то со спины, то руки. Уж вы извините меня, пожалуйста, за это. Что делать? День рождения не мой, я здесь не командую. Вот мы уже доехали, все. Уже практически дома. Патрик нас, наверное, ждет и скучает. Заходите ко мне на канал почаще. Я буду этому очень-очень рада. Знаете, вот идет сильный-сильный дождь. А на улице тепло и хорошо, несмотря на то, что небо вот такое вот хмурое. Ну, собственно, нас довезли до подъезда, поэтому мы не вымокли. А когда приехали, дождь уже закончился, и даже с Патриком немножко у дома погуляли. Вечер был чудесный. Нам все очень понравилось. А вам понравилось? Быть в гостях на этой старинной красивой мызе, где все можно посмотреть и погулять. Спасибо большое, что посмотрели видео. Спасибо за лайки, за комментарии, за подписку.
Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Пишите комментарии, я с удовольствием отвечу, понравилось вам или нет, как мы отмечали мои внучки 20-летие. Всем пока!